Всем привет, друзья! С вами, как всегда, драйвер 51 груз. Видите, выходные у нас проходят. Жаркие выходные проходят на огороде. Пьем квас. И все, мучаемся с землей. С мотокультиватором БК. Чемпион БК 7712. Что-то подобие клубники. Вот видите, ребята, трава какая большая была, да? Сначала я прошелся по траве, все это упорол. Теперь вот это сухое, то, что от травы осталось с корнями, немножко поубирали. И сейчас опять все переворачиваем, перекручиваем этим мотокультиватором. Давайте, тот раз не получилось, места не хватило на телефоне. Что-то беда с флешкой какая-то была. Сейчас пойдем и немножко поснимаем. Конечно, я тут не мастер в этих делах, просто приобрел его для огородных дел. Пока набираться будем потихоньку опыта. Трава, ну вот смотрите, трава какая. Сейчас мы поглядим, трава была, ну почти мне по пояс, ребята, сантиметров, наверное, 60, то может быть и 70. Вот такая была травища тут. Ну, даже вровень с мотокультиватором, видите, да, выше намного трава его самого. Так. Вот он весь уже, так как у нас тут стоит жара, в пыли, в грязи. Оплетку я с руля не снимал. Вот, сейчас будем. Видите, сколько корней-то я уже попереворачивал немножко. И сейчас еще будем переворачивать, а потом это все в следующие выходные убирать. Так, вон машинка стоит. Стол с квасом. И давайте сейчас его запустим. Все, сейчас поедем. Нашел я себе оператора. Сейчас помчимся.
Так что вот, друзья, как-то так. Не судите строго. Второй раз только тут занимаюсь этим делом. Как говорится, опыт приходит со временем. Тут еще корней много. Потихоньку учащаем там через выходные. В итоге, я думаю, к осени тут все вычистим. Все эти корневища поперелопатим. И все. Подписывайтесь на канал. Всем удачки. Не судите, как говорится, строго, да? Как умеем, так копаю. Никто не учил. Со временем, я думаю, что все это будет уже поставлено на поток и нормально все будет колбаситься. Фух. Все. Всем удачки и пока.